Здравствуйте, я Виктория Лобанова, и это рубрика «Вопросы юристу». Сегодня мы поговорим о трудовых отношениях. Можно ли подать в суд на работодателя, если он завышает доход в справках и налоговой, а на самом деле зарплата 15 тысяч рублей? Из-за этого я теряю половину материальной помощи на ребенка с 3 до 7 лет. Что делать? В этой ситуации вы вправе обратиться в суд с иском о взыскании невыплаченной заработной платы. Приложите к иску копию трудового договора, должностной инструкции, а также документы, подтверждающие получение вами заработной платы. Кроме того, необходимо приложить, если у вас имеются, те документы, где работодатель завышает вашу заработную плату. В иске вы можете дополнительно потребовать компенсации морального вреда за причиненные вами страдания. Статья 236 Трудового кодекса Российской Федерации позволяет взыскать проценты за то, что работодатель вовремя не выплатил вам ту часть заработной платы, которую завышал. Кроме того, вы вправе обратиться в Государственную инспекцию труда с жалобой на работодателя на то, что он не исполняет обязанность по выплате заработной платы в полном объеме. Это предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации. Что такое электронная трудовая книжка? Кто должен ее вести? Можно ли использовать обычный бумажный вариант? С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка. Это тот же документ, что и бумажный носитель, который содержит сведения об увольнениях, переводах и приемах на работу. Если вы пока не готовы перейти на электронный вариант трудовой книжки, вы вправе оставить и бумажный носитель, но работодатель параллельно заведет и электронную трудовую книжку. Посмотреть сведения из электронной трудовой книжки вы можете в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, либо на портале госуслуг в личном кабинете, а также обратиться за сведениями из электронной трудовой книжки к работодателю, нынешнему работодателю, либо к предыдущему работодателю, то есть по последнему месту работы в Пенсионный фонд Российской Федерации, либо в МФЦ с соответствующим заявлением.